И у нас очередная открытка на 23 февраля. Если вы еще не подготовились и не знаете, что делать, идеи не приходят в голову, мы вам эту идею дадим. Мы подготовили прекрасную, красивую открыточку на 23 февраля, которую сделаем своими руками очень быстро. Всего лишь минут 5-10 у вас займет времени. Для этого нам понадобится... Нам нужно распечатать вот такой шаблон. Ссылочку мы дадим в описании под видео. Мы выбрали вот такие цвета. Зеленый и красный. Так как посчитали, что такие цвета больше подходят для армии. А защитники наши бывают зачастую кто? Солдаты, правильно? Либо военные. Самую интересную часть с красного цвета, которую мы будем делать большую объемную звезду, мы откладываем в сторону, а сейчас приступаем к нашей зеленой основе и вырезаем ее по нашему периметру, по всей открыточке. Аккуратненько вырезаем. После того, как мы вырезали нашу открытку по периметру, мы приступаем к вырезанию нашей звезды при помощи канцелярского ножа. Ну вот и все, мы вырезали наши звездочки и убираем их. Звезде мы нашли применение. Подпишись на канал и поставь лайк. Теперь при помощи линеечки мы, как всегда, делаем линию сгиба в самой серединке нашей открытки. Проводим тупым предметом, и она будет сгибаться очень легко и просто. Кстати, вот эту открытку делать вообще легко. Ее даже не 10 минут, ее даже 5. Это самая легкая открытка, которую мы делали до этого. Ну а теперь мы приступаем к самой интересной части нашего видео. Мы будем делать объемную 3D-звезду. Ее надо вырезать, также мы дополнительно вырежем наши цифры 23 и вырезаем. Хочу вам сказать, что мы будем вырезать нашу звезду по вот этим линиям, которые самые последние. Вот эти линии, контуры самой звезды мы не вырезаем. Это линии сгиба идут. Я потом расскажу, как ее сделать. Я это делаю при помощи канцелярского ножа, вы делаете при помощи ножниц. Смотрите, какой у нас красивый получился цветочек. Шутка. Это наша вырезанная звезда. Теперь мы вот по этим линиям при помощи линейки и тупого предмета будем проводить и их сгибать. А теперь вам нужно провести линию от вершины угла нашей звезды к противоположному внутреннему углу линию. И так проделать ото всех вершин. А также провести по всем вот этим кончикам нашей звезды линии сгиба. Теперь мы наши краешки пик сгибаем, и у нас получается пятиконечная ровная звезда. С обратной стороны вы видите вот эти части, да, которые мы согнули. Мы будем приклеивать их. Я потом покажу куда, но еще пока наша 3D-звезда не готова. Нам нужно ее согнуть таким образом. Верхнюю пику выбираем, сгибаем. А здесь, где получается две ножки нашей звезды, мы сгибаем в обратную сторону. И вот так нам ее нужно согнуть. В итоге у вас должна получиться вот такая звездочка. Будьте аккуратны и не спешите, когда будете ее делать. С обратной стороны она выглядит вот так. А теперь мы ее будем приклеивать. Смотрите куда. Мы берем нашу открытку и вкладываем нашу звездочку вот сюда. И при помощи клея мы ее приклеиваем. Она у нас должна приклеиться на обратную сторону. Не там, где мы вырезали, а там внутри. Вот такая будет объемная 3D-звезда. При помощи кисточки намазываем клей на наши сгибы. И аккуратно приклеиваем. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Объемная 3D-звезда у нас сверкает прямо на обложке нашей открытки. Теперь мы будем делать нашу открыточку дальше. Мы ее кладем, берем наши вырезанные циферки и аккуратненько будем приклеивать их приблизительно где-то вот здесь. А здесь ручкой мы предварительно напишем февраля. Смотрите, как мы украсили нашу открыточку. Мы приклеили, как мы показывали, буковки, то есть циферки. И написали февраля черной ручкой такой красивой. Также мы сделали такие полосочки, напоминающие георгиевскую ленточку. И сделали вот такие обводочки. Вы же можете украсить ее на свое усмотрение. А здесь можно сделать поздравление и подписать ваши пожелания. А тут вот такая звездочка еще возникает. Да, тут такая классная 3D-звезда. Смотрите, какую мы сделали открытку на 23 февраля. Правда красивая? Делается она очень легко, кстати, и просто, как мы и говорили. И получается очень оригинально. И такой открыточки, которую вы сделаете своими руками, не будет ни у кого. И поэтому ваш подарок будет особенно ценен. Поэтому ставьте нам лайки, поддержите нас комментариями. И мы с вами не прощаемся. Пока! Пока!